Летом прошлого года губернатор Олег Ковалев побывал на месте строительства пешеходного моста через реку Павловку в районе Московского шоссе. Тогда он поручил поскорее приступать к реализации этого проекта. Сегодня заместитель главы администрации Рязани Юрий Бабушкин сообщил, что городские власти приступают к выполнению поручения губернатора. В настоящий момент размещен конкурс на закупку строительно-монтажных работ, которые подразумевают строительство моста пешеходного через реку Павловка в районе существующего автомобильного моста в районе, в промежутке между торговыми центрами «Метро» и торгово-развлекательным центром «Премьер». Планируется, что в течение февраля месяца этот конкурс состоится, и с апреля месяца подготовительные работы по строительным работам, ну и с последующим продолжением строительных работ в мае месяце начнутся. По планам администрации эта работа должна закончиться в течение лета. Еще одна важная тема, которой коснулся заместитель мэра, это разгрузка дорог областного центра. Соответствующее поручение на прошлой неделе дал губернатор Олег Ковалев. Юрий Бабушкин поведал о планах городской администрации расширить проезжую часть возле путепровода на улице Есенина в месте пересечения улиц Спортивной и Галенчинского шоссе. Также у нас размещена закупка проектирования дорожного покрытия по улице Колхозной с выходом ее на перекресток улицы Новой и улицы Горького. Этот конкурс также сейчас находится в торгах. То есть планируем, что в течение, опять же, летнего строительного сезона эти работы будут не только спроектированы, но и выполнены, построены. По планам чиновников из горадминистрации, реализация этих запланированных проектов поможет значительно разгрузить автодороги на трудных участках, а улица Колхозная должна стать полноценной дорогой-дублером улицы Есенина.